Привет, мои дорогие друзья, с вами я, Александр, и сегодня я буду играть игру под названием Shadow Fight 2. А, давайте потише сделаем, что-то слишком громко. Так вот, такой звук сойдет. И я не буду играть обычный, я буду играть взломанную версию. Так, запись идет, отлично. И давайте посражаемся. Так, вот отшельник я уже 3 прошел. Давайте посражаемся. Против нас играет пророк. Отлично. Ничего особенного. Так. Неплохо. Даже неплохо, слишком даже. Так, отлично. Отлично, мы победили. Так. Так, о, сломо. О, нет. Отлично. Окей. Так. Давайте-ка попробуем. Так что тут? Поражение при выходе на ринг. Что? Выходе при ринг. А, понятно. Я понял. Это такие полоски будет. Нельзя выходить за рамки. Легко. Вот видите? Так уж комбо 5, ну ничего себе. С рамки вышел. О, нет. А ему можно? Читер. Так, ребята, я хотел вам спросить, если вам нравится мое видео, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Так, сегодня будет несколько видео, потому что сейчас воскресенье, я отдыхаю. Так, вот. Раз, два, все, готово. Окей. Так. Давайте-ка посражаемся с рысью. Ночью. Так, нельзя, что ли? Давай. Ну ладно, как скажешь. Давай сражаться. Так, опять счастливчик. Сколько тут счастливчиков? Так. Отлично. 6 комбо. Отрубил за 6 секунд. Круто. Так, раунд 2. Да-да. Готовь свое оружие. Так-так-так. А, уворачивайся. Ладно, я тоже кину. Отлично. Хопа. Хопа. И хоп. Ай, жаль.
Опа. Так, отлично. Нет. Опа. Ах, прям в голову. Так. Давайте еще сходим. Так, чертовка. Опять мечи, да? Окей. Так. Круто. Прям когда лежит. Ого. Давай еще. Ай, жаль. Два комбо не хватило. И потом было ураган комбо. Жаль. Давай еще. Против нас играет утес. Раунд один. Кто сильнее? Посмотрим. Хотел сделать комбо, да? Опа. Ничего себе. Жир. Опа, опа. Первый раунд с нами. Так, давайте. Да почему ты прыгаешь? Прям в голову. Так, вот так. Отлично. Ногой. Yes. Так, давайте испытание пройдем. Шлем уровня 10. У меня сегодня уровня 10. Так, ребята, постойте, мне нужно сейчас куда-то сходить. Итак, ребята, мы продолжаем. Мы остановились и сражались с утесом. Вот так. Хоп-хоп. Отлично. Да идет. Да идет. Так. Опа.
Так, осталось у нас... Так, сколько боев? 3 боев осталось. Победа по очкам. А, я знаю это. Тут дается время. Сколько же время дает? Так, 15 секунд. Окей. Один очко. 1-1. 2-1. А! 3-1. Я 4. Блин, 6. А! Нет. А, жаль. Ну все, сейчас получишь. Я сейчас побежу. Так, и вот так, и вот так, и вот так. Отлично. Раунд 3. Это решающий раунд. Опа. Хм. 12-1. Так, давайте испытание еще раз. Без ударов ногами. Да, я вообще не пользуюсь ногами. Смей. Сразу. Даже ударить не смог меня вообще. Даже не ударил меня. Так, все. Разразился. Да, что-то... Что-то одним ударом половина жизни в тюрьме. Снес. Ну все. Легко. Так, остался один только сражение. Снаряжение уровня 10. Бой. Против задиры играем. Сломя голову. Чисто метательных прям в голову. Так. И мы 11 уровень. Удар в падении. Ладно, давайте оружие посмотрим, какое.
шанс назвать против убивать 30%. Так, ничего особенного. Качаем это. Так, доспех стражника. Мне мой доспех больше нравится. Так, что за шлем там? Ну, что-то шлема какие-то не такие. Не нравится еще. Укачнули. Так, 250% шанс похитить здоровье у противника при ударе. Этот шанс зависит от силы свойства. Ну, давайте купим. Почему будем? Давайте это купим. Так, давайте, можно зачаровать его? Блин, даже не хватает кристаллов. Ну, кристаллов хватает, только таких кристаллов не хватает. Давайте купим кристалл. Отлично, мы купили. Так, давайте-ка. Ну ладно, ребята. Наверное, вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.